Так, а что происходит-то, я не понял вообще. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Где чатик мой? Где мой чатик? Откройте мне. Привет, друзья. Здравствуйте, любители первого и последнего трая. У нас действительно сегодня будет... Я пока не обновил игру, потому что все-таки хочу проверить гипотезу с искрами. Байот, привет, Хэйс Майк. Чем вчера закончилось? Ой, вчера такая концовка была. Просто. Рейд за материалами. Три снайпа, ниндзя, зомби, которые бегают за мной. Это было страшно, страшно. Рекомендую посмотреть вам, по крайней мере, последнюю миссию. Кто-то опять можно советовать, говорит, там QR. Да, какое-то время можно. Вчера было можно и сегодня можно. Короче, у меня план. Вчера была серия отдельных советов. И я сейчас попробую их воплотить. Первое, это не сразу открывать черный рынок, потому что реально ты, у тебя значительно больше шансов на обнаружение первых двух сгенеренных миссий. И, соответственно, быстрее сделаешь, быстрее... Вот, быстрее новый получишь. Все, первая миссия. Вот знаете, чему мы научились за последние 20 первых и последних траев? Это первую миссию проходить. Стабильно, без шума и без пыли, никого лишнего не взорвали, весь лут собрали, никаких ранений, чётенько, безупречно. Собираем материалы. Новая цель слева, да? Не, здесь 5 дней. Освободите. Мантич, большая карта, 5 дней. Евгения Гусева. Блин, хочется, конечно, здесь эту миссию выполнить нормально. Но в 5 дней я народ не соберу. Четыре человека всего лишь. Крайне рискованно. Так что извините. Пойдет. Пух. Эта миссия хорошая, конечно. Ну, полезная. Раскачивать убежище, увеличивать количество людей в убежище. Это правильная вещь. Материалы собрали. 64. Сканим здесь. Ищем новые миссии. За кого в StarCraft играл? За Тосов. Ну, играл за все расы. Мы же играли как любители. Не, вообще у меня... Не, на самом деле за зергов больше. Я когда уже подучился, я больше играл за зергов. То есть девауэры, люра, запирал на хантерсах чуваков. Там же один выход. Просто с фаст-дефайлером, у меня последняя страта была фаст-дефайлер, фаст там пару-тройку люркеров, и все, и терна жмешь. Обычно что, люди окапываются? Бункеры, танки. И на развитие. А ты где-то минуты на 7-й. Уже такой, хоба. Да, прохладные страты. Что ж, у нас есть возможность сделать зону испытаний. На самом деле нет возможности сделать зону испытаний. Ну, сейчас да, расчищаем, поставим реле питания под бустом. Давайте гибридку сделаем. Второй месяц закончился. Так, странники уже, да? Failings. Так, давайте. Штурмаш один пошел, штурмаш второй пошел. It sounds like we should expect these things to actively hunt us until we take them out. If you wouldn't order us, Commander, we will undertake a new means of disrupting the Elders and their false vision. Our order is clear, and we will obey it. И сразу два ивента. Офигеть. Расчистили раз.
Делаем, соответственно. Зону испытаний я не могу делать, да? Да, недостаточно энергии. Соответственно, здесь реле питания за 120. И сюда же сразу инжа отправляем. Госпиталь будет готов. И после реле питания сразу литейка, после этого искра. Че у меня там? А, эвакуация ВИПа. Важный пленник, пельменник. Натали Мур. Ах, опасно. Так, и в первом регионе, скорее всего, надо возвращать на разведданные. Искать парочку тоже миссий. Может, там бдительность немножко подспала. А у меня люди ждут миссии. Угу. Да, 7.30. Но они странно разбегаются. Вот это меня беспокоит, что странники иногда бегут на тебя. Но они, на самом деле, против Адвента играют. И ты не можешь сказать, как бы, кого из них отстреливать. Плохо. Спасибо, Stop Gaming. Черешенька. В общем, неудачный эвак. Так, а я могу перепрыгнуть? Видимо, надо сразу подниматься наверх. Неудачный эвак. Мне бы добраться хотя бы до него. Спасти Натали Мур. Но разрушителя спасти я тут, кажется, уже не сумею. Блин. И вышка, и эти. Ой, как неудачно. Я же их сейчас не вижу, они могут в любой момент проявиться, да? Даже вот так подойду, я могу их... И, скорее всего, я их сагрю. Так, плохая идея, Миш. Надо спасаться. Да. В бытность я мог бы и полезть, но... Прикидывая шансы, уже пробовал. Лучше не стоит. Уже не стоит. Ну ладно, это не ученый, не инженер, это разрушитель. Разведданные сейчас переключаем. Нам нужно очень много миссий в этом месяце получить. Пару трупов солдат. Аж сколько у меня там реально денег? Реле питания. Стоп, а где копание? Не понял. Инж отдыхает. Хорошо, что за... А, это прокопано. Ну вот, какая ошибка была. Второй инженер не работал. Соответственно, у меня есть 3 дня, да? 50 нужно баксов. Ну давай, сейчас продавать. Давай, труп такой. Блин, планшет Адвента бы вскрыть еще. Да, гиперчувствительный. Хотя это... Не, давай гиперчувствительный еще продадим. И на 8 баксов настройку спуска несчастную. И лазерный прицел. Все. Так, или собрать можно было за это время просто ресурсов 32. Да, я начал с партизанки. Сержанта у нас пока нет для стервятника. Гибридка готова. Жилет, трассирующий сканер, усиленный защитный. Ах! Я бы вот робототехнология. Мне бы дроны еще один трубчанский. Я бы сразу пошел в робототехнологии. Скорее всего, сейчас нужно потихонечку вскрывать. Не ресурсные эти темы делать. Это победный трай, говорит Кверт. Да. Новая цель слева. 4 дня. Освобождение региона, разведданные. Было бы кем полететь, я бы полетел, честно. Но, к сожалению, у меня уже там 3 миссии готовы. Деньги собрали. Я тут сканю исключительно из... Слушайте, а может быть... Может, реально планшетик лучше вскроем, а, адвентовский?
Получим разведданные, быстрее третий регион подключим. Давай, расшифровываем планшет за 4 дня. Ладно, давай. Да и сейчас надо рейд перехватывать, вообще я должен сканить. Может, мы посканим до рейда, а потом уже... Давай посканим до рейда. Да. Сканим. Разбойное нападение, погнали. Да, две миссии с хорошими бойцами. Как раз они освободятся, и должен быть рейд за материалами. Вопрос, конечно, к количеству дней, которые нам выдадут на эту миссию. Но в целом я снайпов подготовил. Готов воевать. Погнали. Только сейчас будет гораздо сложнее, потому что тех уровень уже 4. Кто у меня здесь есть? 6 человек. Хорошее начало. Раз, два, три, четыре, пять. Эвак не очень далеко. Извините. Зел Фаргарит, приветствую, Майкер. Желаю больше бобранцев, чтобы больше бойцов называли друг друга бобрат. Бобрат. Чем-то на Барата. Барата напоминает. Где Вижн? Вижна нет. Подхожу двумя снайпами. Ой, в смысле, двумя ниндзями. Пытаюсь увидеть, никого не вижу. Подхожу дальше остальными на полный ход. Всех троих видим. Подтягиваемся под будущий овер. Раз. Два. Три. Четыре. Ну, погнали. Первый пак. Еще слева дверь открылась только что. Близко, близко, близко. Они идут на меня. Погнали. Ой, мажем. Мажем. Вот тебе и постреляли, блин. Так, два овера, но здесь явно нужно кидать гренку прям... Прям явно-приявно. Вот сюда. Ну, снимай два овервотча. Возможно, ранить, пробивать броню. Погнали. Раз. Дальше у нас что? Вообще не очень хорошо все. Здесь, наверное, все-таки run and gun. Да я думаю, как мне Мэка убивать вообще? То. ...89 оглушение. Да надо не этого убивать, блин. Надо Мэка убивать, алло. Надо Мэка убивать, увы. Погнали, блин. Да, что делать? Ну, ракета и понеслась тут сразу. Столько проблем. Блейдмастер. Раз. Дальше подходим сюда. Пытаемся добить Мэка 90 с бронебойками. Два. Повезло. Да я могу оглушить с высокой вероятностью копейщика, но что делать с ближним? Я хз. Ну, кроме как врываться вторым ниндзя. Я не хочу врываться вторым ниндзя. Блин, надо врываться. Надо врываться, увы. Ну, а чё еще? Погнали, блин. Дугомет сильнее бьет помех и улучшает их взлом. Жишь. Да я в курсе, я не собирался его ломать специалистом первого уровня. Это довольно... О, вот это да. Это выстрел. Так, ладно. Первый пак мы убили, это хорошая новость. Плохая в том, что сейчас не будет нормальной разведки. То есть мы будем должны идти вперед. И без уверенности в том, что ну, мы не спулим врага. И при этом нам подходить нужно. Вот в этом самый главный казус заключается. Лучше даже перезарядиться здесь. Так, и что, и где? Ага, адвент слева. Адвенты где-то слева.
Как будто прям за стенкой, но показывают странно очень. 6 ходов осталось. Черт. Внутри я никого не вижу. Ну, пробую заскочить наверх. Черт, надо убивать уже. Прямо? Это как? Слышу даже шаги. А вот они, змея! Две змеи! Минимум две змеи. О, ненавижу. Нет, один змей. И двое черных. Не постреляем, постреляем. Раз, мимо. Уже фланги. Неприятно. Овер, хорошо. Итак, 5 ходов. На все про все. У нас только штурмаж с молниеносными, поэтому... Скорее всего, run and gun. Подойду на половинку сначала. Но я боюсь сейчас спулить всех остальных. Мне бы постепенно информацию получать. Надо доходить. Все-таки штурмашом, несмотря на возможность спулить еще один пак. Убиваем одного. Минус штурмовиков и ниндзя в том, что если ты играешь без разведки, ты можешь ворваться так, что потом не вырвешься. То есть вот сейчас он добегает, кого-то видит. И до свидания. Сейчас я, пожалуй, даже резать следующего не буду, потому что лучше его дезориентировать. Ну, потому что сейчас... Критичнее получить... Ой, спулил кого-то. Ой, спулил кого-то. Да. И вот они у меня в спине. Ну, плюс в том, что я лечу и режу этого. А что еще бояться-то? Минус в том, что сейчас ко мне сзади прибегает. Причем вот этот ниндзя может уже подставляется даже. Ну все, вопрос, ход я переживу или нет. Overwatch 1. Full cover мимо. Не забудь про овер здесь в спине у тебя. Два овервотча. Да, и он видит ниндзя. То есть он его не видел, но он его увидел. Всегда надо отталкиваться от того, что противники знают, где ты находишься. Всегда, блин, знают, собаки. Всегда знают, где ты находишься. А мне овер нечем срывать. Побежали сюда штурмовиком. Ну, ранение уже получил. А где овер-то? Алло! Что за подстава? Вы чё? Написали, что будет овер. Ну, смотрите, проблема есть в том, что там стоит два товарища на оверах. Я в целом как бы тут особо не выхожу никак. Я могу снять гранаты у одного, наверное, овер. Второго, со вторым сделать ничего не могу. Поэтому, увы, кидаю. Еще 4 хода под крепа. Надо их убивать в один ход. Все, дальше штурмаш и двое ниндзя спокойно должны справиться. Овер. Этот штурмаш скинет. Этот стреляет по штурмашу. Промо, хорошо, все. Здесь разобрались. Надо уже думать о том, как мы будем... Так, сюда раз. Здрасте. Три хода до подкрепа. Ну, 4 плюс 5. Мне кажется, я не успеваю дальние два крейта собрать. Ну, вроде как недалеко бежать. Я бы точно возвращается. Да, наверное, я не буду рисковать самый дальний брать. Неким просто. Может, даже два не соберем. В целом не так плохо, как могло быть. Особенно, что правда советовать можно, ничего за это не будет. Тогда мой совет. Не женитесь слишком рано, пацаны. Спасибо за советы, Shadow Rampage. Видимо, экспа у тебя какая-то есть.
Кость 6969 говорит, всем привет. Привет. Ну, сейчас подкрепка идет. Нет, скорее всего, чуть-чуть бы не успел. Мне же нужно было плюс два хода, у меня один оставался только. Неплохо сгоняли за ресурсами, я считаю. Можно воспользоваться и, например, купить третьего инжа или третьего ученого. Слушайте, а кто знает, сколько держатся вот эти вот ивенты на карте? То есть, насколько мне... Рейдж Дум. 8 дней, вывезите ресурсы адвента. Сейчас посмотрим старт в скрытности. Сопровождаем инженера. Интересно, через сколько прилетает эта миссия? Либо я ее сейчас пытаюсь обнаружить, но никак не могу обнаружить. Нет, здравствуй. Неделю примерно офицерка простаивает. А что офицерки делать? У меня же нет новобранцев. Хотя специалисты могли прокачаться, да. Аркадненько. Ну, ясно. Короче, там прям на респе люди стоят. Заходить надо как-то с краю... С края... стоп. И кого-то сразу спулили. Блин, как же вы близко. Как же мне повезло. Так, ну что. Обходить, обходить. Крыша, крыша, и там рашить. Вообще, сейчас Натали бы откинулась. Давай сначала ты бегим. Потом ты бегим. Сейчас повезло. Ну, бывает, что столбы перегораживают путь, ты просто... Хочешь совет? Давай, Нед. Давай, давай. Совет мне нужен. Блин, я могу не успеть сейчас уйти уже. Даже ниндзя могу не успеть уйти. 10 надо валить полностью. Ниндзя успевает. Точнее, этот успевает. Но я бегу в... Зря бегу в неизведанном направлении. Да, и эти вперед идут. Ну, не спойлер. Да! Надо сейчас думать, как спастись уже этим. Как они меня видят? Ладно, на рывке пытаемся свалить. А говорили, что будет овер. Вранье. Они подниматься сейчас будут, и ниндзя спалят. Бежать вперед на следующий пак, это тоже опасно. Ханкер. Ну, я в аркажу, скорее всего, это будет спален сейчас ниндзя у нас. Да-да. Еще одна пачка. Хаос. Просто хаос. Я помню, что там следующий пак есть еще, к которому я подставляюсь. Ну, где-то там. Но при этом я не хочу сидеть. Я хочу на крышу так забраться. Без каверна, чтобы меня не было видно. Вон они. А меня будет видно, потому что они забраться наверх могут. Ты же не видишь никого? Видишь. Как, я не знаю. Скорее всего, минус 2 будет. Падает вип. Бахни чеку, пожалуйста. Ты меня убивает. Спасибо. Ниндзя может попробовать уйти, но на самом деле там много оверов, но у него другого выхода нет, чем... Кроме как ловить. Ой, как повезло. Три промаха. Причем там промахи 50, 40, 40. Натали Мур спасается.
Где-то опять магнитку потерял. Она была, я помню. Да нет, не было никогда магнитки. Что за тема такая? Гаус был. Гаус был в первом XCOM. Наталья спаслась, молодец. Ну, вы видели там. Пак на старте чудом не спойлил. Пак справа, пак слева. То есть в таких ситуациях, пока у тебя скана нет, ты не можешь дорого скан на самом деле брать на такие миссии в Соленоиде. Ты не можешь адекватно выбрать направление, в котором бежать. Зона испытаний готова, друзья. Ну что, наконец-то. А где? Блин, пропатчили игру. А как, она автоматически пропатчилась, видимо, Long War. Ну ё-моё. Спасибо, Жень. Игра пропатчилась сама. И требования у меня сейчас 3 инжа, 3 ученых. Что, блин? Ненавижу Steam. Делаю морозную бомбу. Делаю хранитель теней. Нет, не хранитель теней. Топор хочу. Господи. Они же сейчас получат... Ай, ту миссию... Откладывается. Блин, я сейчас могу потерять просто в попытках найти, потерять еще двух новобранцев и установление контакта. Я 2 дня еще по сканю, рейд поищу. Но что-то его нет. А, сила Адвента 3, я не нашел уже здесь ничего. Для снайпа это топовая штука. Так, 2-7. 6 разведданные. Здесь у нас рекрутинг идет, потому что 2 миссии, правильно? Сейчас первая искра будет. Готово. Хочу новую. Сколько нужно? Кенг. Вот она первая искра. Давай, включайся. В борьбу против Адвента. Резвый какой, а? Искра. Ядро Иллерия, 5 кристаллов Иллерия и 80 материалов. Класс! Ну, следующую искру я сделаю не скоро. Мне нужна ресурсная миссия для этого. Я пойду пока покопаю. А так идея была неплохая. Штамповать искр. Да и ресурсы нужны. Ресурсы. Ресурсы, все. Только так. Погнали. Лазерного оружия до сих пор нет. Ух ты. Вот это смотрите, вот это подгон. Так, а где конец карты? А, это конец карты. Вот это подгон, вы посмотрите. Мостик, сразу вход. Ну, видимо, там будет активность высокая. Ладно, но... Кто у нас есть? Заморозка у нас есть. Вот это важно, что у нас есть 2 заморозки. Тейка с топором нарезающая. Вахтер хороший. Тихой сапой подходить, смотреть, какой там пак охраняет. О, весьма опасный. Не, ну вот эти вот 2 обычных. Мэг неприятный, но... Ну, видимо, да, мне нужно сейчас их прям выключать. Или расстреляем просто. А почему мне расстрелять, а? Погнали, заморозка, первый пак. Ну, 3 человека — это 3 карты. Чем заморозка хороша, что вы с вот такой вот на миссиях со скрытностью просто берете и... Ой, лут. $82. И лут сыпется только так. Здесь, скорее всего, урон вот такой. Хотя нет, давай лучше овер поставим. Да мы расстреляем на следующий ход, он же замерзшим будет. Эвак, кидай эвак. Эвак. Да, даже сюда.
Пробую спрятаться, пробую его пробить в рамках этого хода. Царапина. Но спец должен сейчас убивать его. Сейчас можем спулить. Не спулить, слава тебе, господи. Протокол нападения. Лут я соберу лучше ниндзя невидимым. Подойду сейчас на полходика, у меня еще следующий. Три лута в одном месте, что? Стервятник Михаил просыпается. Просыпается стервятник. Хочу. Как? Стоп. Подождите, а почему я не мог там пройти? Не-не-не-не-не-не-не-не, друзья. Нет-не-нет. Это нечестно. Не-не-не-не-нет. Нет. Я ж... Полиция трави сейчас приедет. Ну, там нельзя пройти через мост. Я не знаю, почему. Сейчас карта перегенерится. Гораздо менее удачный старт. Блин, ну сейчас реально обидно. Сейчас реально обидно. Мало того, что я там треть карты уже уничтожил, так еще и две миссии хорошие успел обнаружить. Ладно, смотрим, что там за паки. Еще один дрон, кажется, нет, или... Эти подходят ближе, но огнеметчик-пулеметчик не такой опасный. Не хочется на него заморозку тратить. А нижний куда? Нижний влево уходит. Ну, видимо, придется сейчас заморозку тратить на правый пак, убивать дрона. Следующий дрон, окей. Что не спулил. Ну, тут бронебойка только у него. Царапина, спасибо. 8-6 еще. О, хорошо. Второго покоцали. Соответственно, здесь уже лезть не так обязательно. Может, мне ниндзя подойти? Соответственно, тогда мы... Как? Как? Там не было... Да, как... Хорошо, хоть пак слева не увидел. Так, еще где-то третья пачка. И этого мы должны ломать. Да, там две миссии. Ну, ничего, ничего, не надо так обузить. Протокол нападения еще один. Ну, здесь можно, конечно, кинуть, но в этом нет смысла. То есть мне сейчас не нужно тратить свободное действие. О, два лута. Так, один пак здесь, а другой пак неизвестно где. Вот, это пак пулицы. Один обычный. Отлично. Главное, чтобы сейчас не постреляли дико. Стреляют. Мимо, повезло. А, я бы стал вахтером идти сразу вперед. Как бы надо проверять. Дальше верный выстрел. Меткий глаз 4-7. Дальше мы его добиваем гарантированным. Становимся неуязвимым на ход как раз против этого. Тут я бы подошел, но как-то все-таки постепенно. 5, одна штука, лазерный прицел, никому не нужный. Здесь подходим аккуратненько. Кого-то видим, где кто. Вижу за транспортным средством два человека, офицер и обычный. Не так страшно, на мой взгляд. Потому что у нас есть ран-н-ган, мы спокойно врываемся, скорее всего, убиваем одного. Плюс есть приказ, тут просто сокращаем. Есть возможность заморозить. Короче, тут уже все. Давай-ка ворвемся лучше в... А, подожди, ты заморозку докидываешь? Какая у тебя вероятность? 94, да, застанет? Плюс приказ есть, а заморозка докидывается? Докидывается, вообще не... пофиг, абсолютно пофиг. Это раз. Да, дроны лопаются прекрасно. Экстренная стабилизация, 5 ПБМ-ка не та. Тут я 80 пытаюсь его пробить. Если нет, замораживаемся. Изи. Минус 8 человек. Без ранений. Подходим ближе, пытаемся взломать. Подходим ближе, пытаемся взломать. Неуязвимость, интегрированная связь. Интегрированная связь — это взять под контроль, кажется, да? Ну, небольшой объем разведданных, 56, не дотягиваем, увы. Но в целом миссия выполнена
Ровненько. Жалко, что... Нифига себе уже. Жалко, что... Мне тоже надо уходить, к сожалению. Потому что там ужин. Там криминальное чтиво. Блин. Ты знаешь, как мне тут интересно быть? Ладно. Ладно, держимся до конца, пока вы не услышите звуки фильма. Какого фильма? Что? Какого? Что? Что ты мне хочешь сказать? Что? Может, делать спецов с экстренной цивилизацией, отправлять их на миссию по взлому снизи, здесь спец ломает, нокается. Да, так и делали раньше. И Низи его вытаскивает. Но даже вытащить труп спеца не всегда у тебя получается. Потому что они начинают тереться рядом с твоим трупом. То есть там нужен прям ниндзя-ниндзя. Привет. Вместо чтива лучше глянь, никто не занимательный фильмец. Сейчас смотрели, кажется. Но я не помню. Лещ подплывает. Леща просто сейчас... Под контролем. Нет, сегодня хороший трай. Мы, если еще начнем там пару ресурсных миссий возьмем и начнем штамповать сейчас искр реально, как хотел. А так мы с партизанкой очень много экспы дополнительные получили. Опа, безликие у нас тут. Погнали. Ну, в целом, трай-то хороший. То есть, 4 контакта очень быстро. Без потери почти вообще. Очень рано там 3 ученых, 3 инжа. Единственное, что я отстаю, естественно, по лазерному оружию. Но мне на ядра не везет. Я там попродавал, кстати, к сожалению, ядра. Надо было все-таки как-то по-другому продавать. Вот здесь нам могут ядра выпасть. Давайте, ластецкая миссия и все. Кто это? Это Брюс. Брюс. Он же Игорь Андреевич. Так подходят. Ну, один простой, один синий, другой красный. То есть офицер, стрелок и черный. Я бы даже их вот здесь и попытался бы принять, если что. Ну, нас много. Снайпер же выходит на... На тропу войны. Ну, то есть он может уже как более-менее фланговать. Погнали. Лишнего мы не увидели, если они чуть-чуть в мою сторону либо влево, либо... А, они уходят. Но там встреча, кстати, у этой машинки, я помню. Ждем их возврата. А, они возвращаются как раз. Нормально, должны сейчас пострелять хорошо. Жизни у них не так много. У нас лемминги, конечно, тут не очень продвинутые тоже. Ну, постреляем, дистанция хорошая. Давайте, ребят, собрались. Нужны трупы, нужны лут, нужен... Офицер бежит вообще не туда, куда должен был бежать. Правда, я мажу. Попадаю разок, мажу третий. Вообще мажут 60%, капец. Вот это, конечно, hello. Как так? Как так? И подходить-то ближе нельзя, пока мы с этими не разобрались. Кидаю дезориентацию. Потому что там следующая пачка уже. Снайп не алло. Пытаюсь попасть 50 по дальнему. Есть. И там молодецкий падает. Ну, дальше за лутом надо идти уже вперед. Подставляется под снайпом. Попадает. Царапинкой. А, у него ответный огонь. Нифига себе. Неплохо, неплохо. Лут раз. Надо и ко второму бежать уже. Что-то, правда, я никого не вижу. Это странно. Все, остался второй пак. Я не знаю, где он. Почти. Вот он, безликий один. О, не увидели. Не увидели, хорошо. 56. Почему такая низкая вероятность попадания? Я бы снайпа вывел куда-то сюда. Это будет все равно возвышение, но так как так у него больше шансов на пофланговать. Даже, наверное, вот так. Выбегает. Начинаем стрелять. В целом, пока миссия идет по плану, очень помогает снайп на таких миссиях. Очень помогает тот факт, что ты в скрытности, и ты от половины карты избавляешься на старте.
Вижу двух... Нет, один щегол. Есть попадание. Отличное по сектоиду 70. Сектоид флангуется уже. Это стреляет полукавер опасным. Может, 50%. Надеюсь, что флангует сектоид. Не уверен, что снайп у меня дошел достаточно далеко, чтобы... Да, дошел. Красава. 88. Еще раз Брюсу даем экспу. Проверим сейчас на всякий случай. Вдруг у нас есть люди с молниеносными рефлексами. Нету. Но есть возможность закинуть дезориентацию. 76. Есть. Отлично. Как разуплотняем, а? Вы видели? Так, давайте голографическое целеуказание, чтобы нашим было проще попасть по бегущему безликому. Лут соберется автоматически, после того, как мы его убьем. Вопрос, успеем ли мы его убить. Сейчас кейс был. Подключил новый регион. Через два дня туда пришел террор с избранным. Были убиты все повстанцы, кроме одного. У меня уже месяц там один и сидит. Ну, это нормально, да. Я разок открыл регион, и мне сразу прилетел террор. То есть ничего не ждал, ничего, никаких миссий не было. Просто сразу террор. Так, безликий подходит. Мы его тут, конечно, встречаем радостным. Когда прет, говорит, надо играть. Да-да-да, продолжаем ставить на черные. Все, справились. Ну, друзья, время подводить итоги. Мы с вами сегодня начали новый трай, последний победный. Дожили до одной искры. Встречаем уже первых мутонов, и скоро будут милишные мутоны, у нас обычное оружие, никакой брони. Хорошее количество ученых, хорошее количество инженеров, могло быть лучше, но баги. Снайпер получает господствующую высоту, сейчас я пока не забыл. Блин, не дали ядро Иллерия. Да я хочу сделать то, что я обязательно забуду, если снова приду, а именно поставить Брюсу приклад модифицированный. Вот, в целом жертв у нас особо не было. Три человека только погибло. Да. Трусы поезд жалко, конечно. Он второго уровня был. Один ниндзя на миссии пытался спасти. Один гранатометчик, который словил крит в 6%. И один еще один ниндзя, который миссии выполнял. Но в целом они отбились. Четыре ученых, реально, три инжа. Очень быстро мы разбираемся. Раненых особо нет. 3 дня, так что просто убираем из госпиталя ученого. Пусть они... 4 региона подключено было достаточно быстро. И... Ну, в целом, я думаю, отродье с этого старта бы просто изи победил бы.